Привет, друзья! Вы на канале «Карева жизнь на Кипре». Ребята, всем привет! Мы хотим сегодня вас поздравить с новым 2022 годом. Мы хотим вам пожелать, чтобы все плохое у вас осталось в прошлом году, а Новый год принес вам только одну удачу. Хорошее настроение. Счастья и позитива. Самое главное, чтобы вы и ваши близкие были здоровы. Чтобы в ваших домах всегда царила любовь и взаимопонимание. Чтобы ваш путь всегда благословлял Господь. И вас окружали только хорошие и преданные вам люди. Друзья, пусть в 2022 году сбудутся все ваши желания. И вы смогли осуществить все задуманные вами планы. И наконец-то прилететь на наш красивый солнечный остров. С Новым годом! Несмотря на то, что сегодня 1 января, зима, у нас прекрасная солнечная погода, плюс 18 градусов. И мы приехали на замок Кантары. Это средневековый замок, который расположен 630 метров над уровнем моря. Раньше здесь был расположен православный монастырь. Мы хотим показать, какая красота, какие места есть на Северном Кипре. Signs told us how we could reach the other side, and you start to doubt. I don't blame you, 'cause I feel the same, 'cause I'm making all the home for so long, and we should be proud. All that we can do is hope for miracles or Signs told us how we could reach the other side, and you start to doubt. I don't blame you, 'cause I feel the same, 'cause I'm making all the home for so long, and we should be proud. All that we can do is hope for miracles or we have to be together.
Ребята, прилетайте к нам на Северный Кипр. И мы обязательно поможем вам осуществить вашу мечту. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. До новых встреч!